Ломают в Самаре дом на Буянова 119. Стройка начинается. Посмотрите, как он его ломает. Ковшом аккуратненько начинает с крыши, со двора. Вообще дома крепкие. Хотя они были построены до 1700 какого-то там года. Ну, удивительно, сколько лет простояли. Представляете, как раньше делали дома? Не то, что сейчас. Крепкий орешек. Пытается его вот с крыши ковшом, крышу, для начала разрушить. Вот представляете, в этих домах кто раньше жил в районе губернского рынка? Наверное, какие-то купцы, может быть, не знаю. Вообще, конечно, такой момент волнительный, исторический. Начинаешь вспоминать, представлять, кто раньше жил в этих домах. Вместе этих домов будут стоять красивые новостройки современные, но таких домов уже не будет. Это уже уйдет все в историю. Сколько лет назад был построен этот дом? И представляете, он еще стоит крепкий, его даже сломать никак не могут. Да, вот были мастера, которые строили. Смотрите, он как крышу ломает, но никогда же не может и крышу зацепить. Настолько крепкий дом вообще. Хотя, казалось бы, там шифер, не железо. А, вот все. Начал шифер трескаться. Все-все посыпалось потихоньку. Интересно вообще смотреть, наблюдать за этим, конечно. С одной стороны, немножко грустно, с другой стороны, радостно. Город преобразится. Будут стоять красивые современные дома около губернского рынка. Центр города. Конечно, жить в этих домах было тяжеловато в том плане, что не было удобств воды, туалета, там условия помыться, душа. Воду носили из колонок. Люди прожили там очень много лет, там, я не знаю, может быть, некоторые всю жизнь даже. Сейчас, конечно, уже живут в квартирах с удобствами. Но все равно, наверное, будут скучать по этому месту, я так думаю. Потому что вся жизнь прошла в этом месте. Ну, время не стоит на месте, все движется, все, прогресс идет. Новые поколения хотят видеть новые красивые дома в городе, проезжая мимо. Жить в красивых домах с хорошим ремонтом, с хорошими планировками. Ну, смотрите, все. Начал рушиться, стена рушится уже. Потихонечку, потихонечку. Долго он его ломал, но все-таки в итоге, конечно, естественно, сломал. Но очень крепкий дом. Столько пыли вековой. Представляете, сколько лет этим домам? 300, наверное, если, я не знаю, ну, приблизительно, наверное, где-то 300, может быть, больше лет, не знаю, может быть, меньше. Вековая пыль. Крепкий орешек вообще, он так долго его не смог сломать, потому что настолько крепкий дом. Будут расчищать полностью весь угол, строить здесь. Ну все, все, второго этажа почти нет уже. Рядом домишки тоже стоят хорошие. Ну уже все, их срок пришел.
Все, был дом, нет дома. Первый этаж еще остался немножко. Сейчас будут еще соседние дома ломать. Потом вывезут, все расчистят. Будут заливать фундамент, наверное, или что там делать, строить новостройку. Вот соседние дома еще здесь. Когда-то здесь склады были, торгующие жили в них, рядом с губернским рынком. А теперь все, будут стоять новостройки красивые. Деревня закончилась, начинается город. Вообще в центре очень много таких домов, конечно. Жить в них очень тяжело людям. Все хотят жить с удобствами. С одной стороны, хорошо в своем доме жить, с другой стороны, не очень. Вот он сейчас соседние дома будет ломать по Ульяновской. Вот тоже двухэтажные там бараки.